когда практика есть, то достаточно быстро идет развитие. И вот здесь уже такая нестыдная совершенно графика у нас появилась. И вот здесь, видите, уже агент Z во всем блеске уже себя проявляет. Вышло на этот момент 2. У тебя есть они? А потом, опять же, да, вот этот герой, который видит, уже моя обложка, ее рисовал я сам на тот момент. Вот этот зеленый человек, это был еще один супергерой, которого я тогда придумал, его называли плазмоид. Предполагалось, что он состоит из такой зеленой плазмы, поэтому его невозможно убить. То есть даже если разрезать его на кусочки, он может всегда объединиться. Вот эта плазма, она может делиться на части, и каждый обладает полноценным разумом. Занятная была достаточно история, тоже я рассчитывал, что это будет продолжение, и поэтому мы всех супергероев тогда придумывали именно своих. То есть вот именно мы с Костей, видите, они такие глянцево-западные, и вот если в Велесе, с одной стороны, у нас были такие патриоты-почвенники, которые рисовали все комиксы там про Афганистан, про какие-то русских былинных богатырей, мы наоборот, мы делали комиксы такие ориентированные больше, наверное, на американские супергероические комиксы, и придумывали всех героев сами. И вот этот мой плазмоид, тоже 94-й год, которого рисовал, это вот какой-то внизу злодей, который предполагался быть главным антагонистом, изобрел вот этого мощного робота. То есть вот по сути это одни из, наверное, самых первых комиксов в России. Вот этот журнал «Виллис» и то, что мы делали. Конечно, были параллельно какие-то вещи, которые делали в Москве и в Уфе, там, насколько я знаю. Но они были, знаете, во многом более мультяшными. Вот именно такая фантастическая, супергероическая тематика, наверное, появилась, может быть, я не могу сказать на 100%, но, возможно, в Екатеринбурге. То есть есть даже такое мнение, что это мы были такой родиной такого жанра комиксов в нашей стране. Но потом эта история у них, это, кстати, вот мои эскизы, потому что я-то потом хотел агента Z все-таки рисовать сам и хотел делать его, знаете, более серьезным. То есть как раз не вот таким мультяшным в костюмчике, а вот, знаете, вот такого вот типа, чтобы это было уже, что называется, круто. И вот это вот мои эскизы, как раз я их рисовал, то есть первый карандаш, потом тушь, как комикс нормально рисует, а потом уже появилась возможность рисовать их на компьютере. То есть, конечно, до где-то 95-6 годов, даже 7-го, все это делалось вручную. Это рисовалось пером, тушью, карандашами, это было адски трудоемко, это было очень тяжело, и это было очень тяжелое занятие. Потом появились уже, конечно, персональные компьютеры, программы типа Photoshop, и стало раскрашивать и рисовать гораздо легче. То есть рисовали мы по-прежнему от руки, а потом просто все это сканировали и переводили. Журнал «Виллис» к тому времени умер. То есть на самом деле у них, к сожалению, там с финансированием что-то случилось, афганцам это надоело, и они журнал прикрыли. Я же параллельно, это был тоже 95-й год, дело в том, что у меня была основная работа, я был главным, я был директором рекламной службы на 10-м канале. То есть я после института туда пришел, устроился и занимался там рекламой. И вот в то же время, собственно, откуда появилась программа «Мегадром Агента Z». На самом деле, я компьютерные игры-то любил всегда. То есть мой первый самый компьютер, это вот, опять же, кто-то может помнить, были такие кворумы, отечественные сборки компьютеров, где с магнитофонов загружались игры, и надо было постоянно еще подкручивать головку, которая считывалась с кассет игры, чтобы звук был четкий, тогда игра у тебя обязательно загрузится. Это была майта страшная, конечно, но тем не менее, это были первые компьютерные игры, это было еще до Dendy, то есть никакого Dendy еще не было в помине, и это было очень интересно. Потом уже появились Dendy, но эту волну я пропустил, мне вот это как-то уже не очень было интересно, потому что я работал, и у нас на работе были компьютеры. И там, конечно, я влюбился в лукасовские квесты, Full Throttle, приключения Индианы Джонса, опять же, да, такая вся очень старая классическая история, Doom. И когда появился первый Doom, я вообще пропал несколько дней, просто ночевал на работе, потому что надо было Doom пройти обязательно. И к нам пришел человек, так как я занимался рекламой, я был директором по рекламе, это был магазин «Филателия», у нас недалеко от юности, они продавали видеоигры. И он мне говорит, давай сделаем рекламный ролик, вот у меня магазин, и принес приставку Super Nintendo. И вот эта Super Nintendo снесла мне крышу, потому что я увидел там игру Donkey Kong Country. Это было нечто совершенно невообразимое по тем временам, то есть надо, это, знаете, это как взрыв бомбы. Я когда увидел, то есть я даже не представлял, что такое в принципе возможно, потому что на компьютере игры были совершенно другие, а здесь, на большом телевизоре, такая невероятная графика, музыка, то есть это первое появление вот у нас как раз было 16-битных приставок, не 8-битных, а уже 16-бит. И тут я понял, что я себе все это хочу. То есть я хочу и Super Nintendo, я хочу и Sega Mega Drive, и мне хочется как бы во все это играть.
И параллельно во мне проснулась такая страсть к творчеству. То есть я понял, что, наверное, я могу попробовать не платить за все это, а играть бесплатно, если я сделаю свою собственную программу. Это была такая первая мысль. Я ему говорю: Дима, давай я тебе сделаю не то, что ролик, я сделаю передачу о компьютерных играх. Но тут я одну вещь не рассчитал. На самом деле я не то, что заработал, я на самом деле очень сильно на первых порах в деньгах потерял, потому что я решил программу делать хорошо. А там же надо было, тогда вообще все делать было очень сложно. То есть нужна была монтажная студия, монтажное время надо было оплачивать. Был специальный человек-монтажер, который все это монтирует. То есть на компьютере саму это был не вариант вообще делать. У нас была монтажка, такой формат супер VHS, то есть это было чуть лучше, чем обычные VHS-кассеты, но как-то можно было с этим работать. Надо было платить дизайнерам, потому что я хотел, чтобы у меня сразу все было круто, чтобы у меня были крутые заставки, чтобы программа действительно выглядела хорошо. И как раз вот этого агента Z я приспособил на... Ой, что такое? Это Windows 10, простите, он сам время от времени какие-то вещи делает. Вот. И, то есть, я тратил на это свои собственные деньги. То есть, первая программа, она мне, я не помню, во сколько обошлась, но никакой рекламы она не покрылась вообще. Несмотря на то, что я еще подтащил спонсоров, была такая компания, торговала компьютерами, называлась «Радом Восток». И плюс, первую передачу у меня были живые люди, которые сидели в кадре, я у них брал интервью, которые рассказывали про игры. То есть, первая передача вышла адски дорогой, и я на ней угорел очень сильно. Но, и, кстати, народу не так много, к сожалению, видели, потому что это был 10-й канал. А 10-й канал был тогда не самый популярный. Самый популярный у нас был 4-й канал. И вот на 10-м канале я сделал 2 выпуска. А затем я с этого канала ушел, там были свои проблемы, там все было плохо. И я ушел с 10-го канала и перешел на 4-й канал. И я вот им эту программу предложил. Говорю: ребята, давайте сделаем. Есть у меня вот такой вариант, такая программа, все у меня готово, вся графика уже нарисована. И вот как раз самым лучшим было то, что я придумал, что у меня как раз ведущий будет агент Z. То есть сейчас я покажу, как это выглядит. То есть, по сути, это был не живой человек, сидящий в кадре, а это был именно нарисованный ведущий. А почему это было здорово? Да просто потому, что это дешево. Потому что когда в кадре сидит живой человек, вам нужен оператор, вам нужна студия, вам нужно тратить на все это деньги. А нарисованный человек, он есть один раз и навсегда. То есть вот здесь у меня одна из моих... А почему звука, кстати, нет? Костя. Так, нет звука? Нету звука, да. Так, а этот, вот он? Да, ко мне вот он. А, сейчас, секунду, подожди здесь. Вот, да, да. По-моему, у меня звука нет, сейчас попробуем, да. Вы обратите сейчас Андрека с мертвяком. Да. Во-во. Первая заставка. Как я и говорил, тогда не было проблем с авторскими правами, поэтому я взял музыку из фильма «Mortal Kombat». И вот так выглядела первая заставка с телевизорами. И, соответственно, сейчас вы увидите вот этого ведущего. Привет, друзья! Сегодня, как, впрочем, и в программе масса интересного. В частности, вот, самый жесткий. Вот какой момент. Мне, естественно, нужен был голос, потому что я трезво оценил свои возможности, что у меня голос не профессиональный, не поставленный. А, как я говорил, я относился к программе так, что я хотел, чтобы все было очень круто. Тут сами смотрите, какая рожа, то есть надо, чтобы и голос был соответственный. То есть... И первый ведущий, который был тогда на 4-м канале, он идеально подходил. У меня, к сожалению, не осталось в записи вот этой самой первой программы на 4-м канале. А там был такой человек по фамилии Пиорро. Он был профессиональным актером. И вот, кстати, вы его наверняка знаете. Он играл одну из главных ролей в сериале «Общага». «Общага», вот этот вот ТНТ, как она называлась? «Универ». «Универ». Он играл там декана. Помните, такой седой дядька, который был начальником у главного героя там, и вот это вот как раз Сергей Пиорро и есть. И на тот момент он работал в Екатеринбурге, и у него был такой хороший густой голос, и вот он озвучивал как раз первую программу. Это было очень круто. Все было круто. А потом он вдруг резко уехал, сорвался из Екатеринбурга и уехал к себе в Новосибирск поначалу, потом он переехал в Москву, и я остался без ведущего. Что делать? А вот вы знаете, на самом деле голос хороший найти невероятно трудно вообще. Вот некоторые люди иногда думают, что ведущий на телевидении попасть как-то очень сложно, что это вообще невозможно простым людям. Вы знаете, на самом деле я почти всю жизнь был связан с телевидением и могу сказать, что ведущих страшный дефицит. Вообще их ищут, их хотят, чтобы к ним приходили, работали ведущими, но
кто говорить не умеет, кто в кадре плохо выглядит и так далее. То есть проблем со всеми масса. Но там был такой чувачок, Данил Макеранец. Он вел утреннюю программу «Утренний экспресс». А, у меня программа выходила еженедельно, то есть надо было решать прямо сейчас. И подтянул я как раз Макеранца, говорю, начитай мне хотя бы пару программ, там решим. И вот как это вот тогда выглядело. Файтинг. Самая популярная в мире ящерица. Легенды Формулы-1 и продолжение стратегии Warhammer. В общем, подробно. И как мне говорили, голос-то, конечно, не очень подходит вот к этому образу. И я признаю, да, конечно, он не очень подходит. Но в целом у него получалось очень здорово, хорошо читать с выражением. В играх он не понимал ничего от слова вообще. То есть для него это был все темный лес, он мне все термины переспрашивал. А я-то тогда как раз могу сказать, что разбирался в теме очень хорошо. То есть я сам лично играл во все игры. И надо опять же понимать, что, считайте, это был 96-й год, когда все это началось. А интернета практически не было. То есть откуда брать информацию? Только вот я могу даже сказать, я в Москву ездил, и там был магазин Gameland, одним из первых у нас в стране. Я оттуда привез вот такую пачку американских журналов и сам читал, как бы сам переводил статьи, чтобы каким-то образом быть в курсе. Во все игры играл абсолютно сам. То есть это вот после работы я приходил домой, подключал приставку к телевизору, играл и параллельно записывал вот этот игровой процесс на самый обычный выходящий магнитофон кассетный. Philips у меня был. И то есть, по сути, я, наверное, был одним из первых видеоблогеров и вот летсплееров, да, потому что я сам играл, делал из этого сюжет и за кадром комментировал. То есть комментировал не я, комментировал Макеранец, но моими словами. То есть в программе вот в этой я тогда делал все. Я сам выбирал игры, я сам в них играл. То есть все это было лично как бы мной пройдено. Сам писал тексты, Макеранец потом начитывал, затем на четвертый канал я ездил, где все это монтировали уже в готовую программу. То есть я еще платил тогда за монтаж вот этого всего. И, конечно, гораздо легче стало, когда появился интернет, это уже где-то 96-й год. Но, опять же, надо понимать, какие тогда были скорости. То есть, помню, что вышла такая игра Dark Forces 2 по Звездным войнам, это был шутер, и они выпустили демо-версию. Демо-версия весила 8 мегабайт. И я от этого был в ужасе. Ну, ты же дебил, кто же выпускает по 8 мегабайт? Она у меня качалась 3 ночи. 3 ночи с перерывами качалась эта демо-версия на модемы тогда были на телефонной линии. Это было страшно. То есть о том, что есть какие-то видеоролики, которые можно качать, это вообще было за пределами просто мечтания. То есть в лучшем случае я открыл для себя сайты типа GameSpot и стал читать там информацию и так далее. И вот с удовольствием я этим делом увлекся, потому что это была моя главная страсть. Мне, наверное, везло, потому что всю жизнь, что бы я ни делал, я свое хобби сумел каким-то образом превратить в работу. Все, что я люблю, это все становилось моим источником заработка. И тогда были и спонсоры, все было хорошо, и программа, в общем, начала делаться, выходить еженедельно в таком хорошем графике. И вот еще, кстати, такой, наверное, занятный момент. Я, без лишней скромности уверен, наверное, что это была лучшая программа видеоигр в стране вообще, по крайней мере, в первые 10 лет существования. Потому что я вот сам в то время смотрел, что делается, в том числе и в Москве, и вы помните, были программы и от Винта, и еще там остальные. Но надо понимать четко, да, они были забавные, они были прикольные, но информации об играх как таковых там практически не было. То есть там могли показать одну минуту кусочек из заставки, так постебаться немножко над названием, и все, программа заканчивалась. Мне же хотелось сделать такой гид по видеоиграм. То есть я хотел, чтобы люди действительно получали представление, хорошая игра или плохая. Никогда на меня никто не давил, то есть мне никто никогда не говорил, вот, к примеру, эту программу надо хвалить, эту ругать. То есть я поэтому честно опускал там пинал ногами самые отвратительные игры, особенно российского производства, потому что они были самые отвратительные, да. И всегда честно говорю, что это хорошее. Конечно, это субъективщина, да, то есть я никогда это не скрывал, то есть это в основе всегда лежал мой собственный субъективный взгляд. И, конечно, всегда это было исключительно мое мнение. Но на самом деле я считаю, это единственный правильный взгляд. И вот, собственно, об этом говорит и популярно сейчас и ютуберов, да, людей, которые делают видеоблоги и так далее, потому что в основе всегда стоит какой-то конкретный человек. Вам либо интересно его мнение, либо нет. И вот на тот момент передача как раз она была таким моим рупором. И надо сказать, что опять же, да, тогда не было интернета, не было ютуба, и телевидение было практически единственным окном в мир для очень многих. И популярность у передачи была тогда дикая, конечно. То есть я помню, мы проводили конкурс с Pepsi Cola, у нас был такой спонсор, Pepsi, так все было солидно. И надо было придумать героя для видеоигры. А у нас было писем, опять же, электронной почты не было еще.
И вот у нас, представьте, коробку из-под большого телевизора. У нас было две коробки писем. Вот просто две большие коробки из-под телевизора, полные писем. То есть это, их было нереальное количество. Очень много. Сейчас опять вылезет, наверное, да. Я посылал. Вот, да. То есть это действительно было очень популярно. Мы честно все разбирались, со всем этим ковырялись. То есть это было на самом деле всегда такая неподдельная история. И потом появились конкуренты, в том числе и на местном телевидении, была такая программа 32-битные сказки, там еще. И всегда я к ним относился исключительно презрительно, потому что они делали как. Даже не потому, что они отвратительно было сделано, а потому что они тоже ничего не понимали в играх, то есть абсолютно. Они брали просто журнал «Страну игр» и зачитывали оттуда вот фрагменты журнала «Страна игр» под какой-то свой собственный видеоряд. Меня это страшно бесило, потому что я это все делал сам. И отвечал буквально за каждое слово во всех своих лицензиях и так далее. Я потому что любил. Я любил и делал такую передачу, которую, как я считал, хотел бы видеть я сам как зритель. Вот я любил игры, и вот я себе в голове придумал вот этот образ идеальной передачи, которая мне была бы интересна как человеку, который любит игры всей душой. И вот я именно такую передачу и делал. И вот мы подошли к 98-му году, и здесь... В 98-м году у меня родилась идея сделать действительно крутой комикс, настоящий. И опять же, опыта у меня никакого не было, этим никогда не занимался. Я решил в это вложить свои собственные деньги, и мы решили сделать действительно самый крутой комикс, который был в России. То есть мы специально купили очень мощный компьютер, мы с Костей придумали сюжет и всю графику рисовали сами, все это уже на этот раз рисовалось на компьютерах, то есть не так, как раньше. И вот выпустили мы вот такой журнал, это вот обложка, только она без дополнительной графики, тут еще, раньше еще надписи какие-то были. И вы сами видите, что это уровень, в общем, совершенно действительно даже сейчас. То есть картинка, вот, которую вы видите, на мой взгляд, она и сейчас выглядит круто, тогда это был просто два башки, то есть это был реальный, настоящий. Крутой, абсолютно цветной, полностью супергеройский комикс, созданный в России со своим героем, со своими приключениями. Но единственное, конечно, что все тогда это было адски дорого. То есть надо понимать, что в типографии, например, тираж, цена зависит от тиража. Чем больше ты печатаешь, тем дешевле. Денег у меня на большой тираж не было, поэтому я решил напечатать первый тираж 3000 экземпляров. Думаю, ну сколько это продастся, потом, если надо, еще допечатаем. Готовили мы очень долго, все это было очень сложно. Бабак пресс, очень недешевая типография, очень дорогая бумага. Вот, кстати, он у меня вот с собой есть, этот журнал. Вы можете посмотреть, это раритет буквально. Опять же, глянцевая бумага, отличная печать. Это был люксовый, абсолютно люксовый. Первое в стране люксовое издание супергероического комикса. А как он выглядел внутри, вот вы сами можете посмотреть. То есть здесь уже как раз я настоял, чтобы у нас не было никакой уже веселости, чтобы агент Z уже был такой крутой по-настоящему мужик. И вот здесь-то он попадает на космический корабль, зараженный вирусом. А это был такой техновирус, который превращал, в общем, все компьютерные системы в своеобразную органику, которая порывалась уничтожить людей. И вот здесь это был уже такой, знаете, там, конечно, были шутки, но... такого Джеймса Бонда. То есть главный герой должен быть крутой сам по себе, а приключения у него должны быть страшные, опасные и ни в коем случае не смешные. То есть там был вот реально очень такой навороченный экшен, и сил и средств было вгрохано в это, конечно, очень много. То есть я даже сейчас, сложно мне сказать, сколько я на этом потерял. А почему потерял? Потому что фактически, когда журнал был готов, случилось два момента. Первое — это моя собственная история, тогда очень тяжело заболел, буквально год был на грани смерти, были операции, ну, всякие проблемы, то есть я фактически не мог заниматься ничем. И вот меня, кстати, тогда программа выручила, потому что ее можно было делать дома, а так как на работу я ходить не мог, я делал ее тогда только у себя дома. А второй момент — случился кризис. В 98-м был кризис не такой, как сейчас, а по-настоящему. То есть доллар тогда рванул в 6 раз в цене, и, естественно, а журналы там печатали по-прежнему, то есть... И мысли о том, чтобы даже окупить, это вообще не было даже такой идеи. То есть даже окупить было просто невозможно, потому что, грубо говоря, расходы моментально выросли в 6 раз, а деньги я за них уже заплатил. И плюс, так как я очень тяжело болел, мне не было возможности продавать этот журнал, заниматься продажами, куда-то его раскладывать, поэтому мы положили часть тиража только... Синтур ТВ Плюс были такие магазины, и цена была достаточно высокой, ну, потому что расходы были страшные. И мы сумели тогда продать где-то около 1000 экземпляров. И где-то
остальное просто я могу сказать сгинуло, потому что я тогда еще развелся, опять же, это моя личная история, и остались у меня вот несколько пачек с этим журналов, они остались на старой квартире, откуда я съехал, и, к сожалению, судьба мне этих номеров неизвестна, думаю, их там мои бывшие родственники выбросили. Самое страшное, судьба для кого-то. Да, и поэтому сейчас это действительно раритет, это действительно издание на руках, их очень мало, у меня у самого всего, один журнал, но, кстати, не в таком уж забвении он оказался, потому что буквально через год в Москве издательство GameLand, они решили выпускать свой собственный журнал о фантастике, назывался «Фантом». И вот они у нас купили вот этот агент Z, и они комикс, и они напечатали у себя в «Фантоме» в двух номерах с продолжением, и в принципе, вот тех денег, что они заплатили, ну, хватило, чтобы как-то вот, может быть, даже, ну, хотя бы расходы на компьютер и на типографию какие-то отбить. И, то есть, вышел он и в Москве тогда, и как бы тоже появилось еще немножко больше популярности. А Костя в результате этого, я его подружил с GameLand, потому что я тогда общался с ребятами из GameLand, которые раньше делали как раз вот журнал «Великий дракон», может быть, вы, да, знакомы с такими изданиями. И Костя, они стали давать заказы на рисунки, и потом он переехал в Москву. И в Москве он сначала занимался, рисовал раскадровки для рекламы, а потом нашел какие-то варианты и стал действительно рисовать комиксы. И сейчас он исключительно этим занят. И сейчас, да, как я говорил, является одним из самых известных русских авторов комиксов. Даже на Комик-Коны в Америке ездил, там познакомился с какими-то ведущими людьми. То есть, все-таки вот судьба у него именно в мире комиксов сложилась. Я же продолжал делать передачу. И, кстати, сейчас вот вам покажу один, знаете, уникальный момент. Это трехмерный агент Z, который был мной подготовлен, но который никто никогда не видел. Вот сейчас я вам его покажу. Это один из фанатов программы его сделал, и мы всерьез обсуждали, чтобы поменять нашего плоского агента Z на трехмерного агента Z. Не знаю, почему так медленно запускать, сейчас посмотрим. Его никто никогда не видел, потому что в результате я решил оставить прежнего мультяшного. Никто и не увидит. Вот он, видите? Вот, да. Видите, это трехмерный агент Z. Он был сделан, и вот в этом ролике он живет у меня на ноутбуке, на старом ноутбуке. Но в эфир он никогда не вышел. То есть в эфир всегда выходил плоский вариант. Это какой год? Это, я вам могу сказать, тоже 98-й год. Даже, наверное, 99-й, может быть, потому что вон там реклама компьютерного клуба «Планета», а это либо 89-й, либо 90-й год. Вот. И программа, кстати, на тот момент у меня после кризиса, как ни странно, она не умерла, хотя все это дело тогда очень сильно ударило по всем, то есть кризис был страшный. У меня, например, все ребята из рекламного бизнеса, они всерьез плакали, что зря отказывались к маме картошку копать, потому что зимой это нечего будет жрать. То есть настроения реально были апокалиптичные совершенно. 98-й год, кризис был страшным. Но как-то постепенно все это выровнялось, все оттуда выкарабкались, и игровая индустрия у нас в стране начала буквально цвести пышным цветом. И вот что интересно, где-то пик этот продолжался до 2008 года. То есть на меня вышли тогда все крупные российские издательства. Опять же, может, помните, Акелла, Бука, Руссобит М. И они мне стали тогда платить деньги за рекламу и за то, чтобы я показывал обзоры их игр. И вот тут передо мной, кстати, тогда впервые оказалась дилемма творческая. То есть я понимаю, что мне какое-то говно дают рекламировать, потому что Руссобит М, например, никогда хороших игр не выпускал вообще. И ругать я их по привычке не могу, потому что деньги вроде заплачены. Но я решил обходиться чисто информативными вещами. То есть выходит игра, я рассказываю, что это за игра, как бы как она устроена, что там надо делать, но положительно никогда о них не отзывался. То есть, ну, понятно, что это компромисс. Потому что в любом случае, иногда, например, смотрел ту же игровую прессу у нас в стране и видел там какие-то дикие завышенные оценки каким-то отечественным гоночным играм, например, которые были всегда полным шлаком, меня это попросало. То есть я это всегда обговаривал, то, что сюжет я буду делать сам, как хочу. Если уж у меня не было возможности их ругать, но я хотя бы не хвалил. Но в основном как бы отрывался по полной программе, по всем остальным. И вот как раз, наверное, 2008 год — это был пик, потому что, как я и говорил, и девашки очень хорошо, и программа очень много зарабатывала, потому что было очень много рекламодателей из Москвы. Но случилось у нас в стране все всегда не очень хорошо, долго не бывает, поэтому в 2008 случился очередной кризис, и всех вот издателей просто выгнало вообще, то есть не осталось никого. Ни Буки, ни Руссобита, ни Акелла, они перестали существовать.
соответственно, реклама на регионы. А тут надо, конечно, понимать, что я жил и работал в Екатеринбурге. У меня, в общем, желание и сейчас, хотя возможности много ехать в Москву нет. Мне нравится здесь жить, у меня здесь как бы много, что меня здесь связывает с этим местом. И до Екатеринбурга всегда все доходило, вот знаете, в последнюю очередь. Екатеринбург – это такая периферия. Москва, она у нас эгоцентрична в Москве, и они все смотрят только на себя. И в результате, если куда-то шли рекламные бюджеты, с тех же, например, PlayStation и так далее, они всегда шли только в Москву, на регион, из них никто даже никогда не смотрел. Поэтому здесь все было сложно. Я вам, кстати, даже забавный момент расскажу, уже когда я стал фотографом, это вот 2 года назад, одна из крупнейших компаний в мире, Olympus, они делают фотоаппараты, они искали, с кем из фотографов они будут работать в России. И искали форумы, искали интернет, и кто круто снимает. А у меня, кстати, я как фотограф в мире известен под именем Шон Арчер. И откуда это взялось? То есть, когда я делал игры и вот эту передачу про игры, у меня был как раз псевдоним Арчер, лучник-стрелок, да, переводится с английского. И когда был сайт Мегадром, кстати, он одно время тоже был очень популярный, везде на форумах сидел, везде как Арчер. И когда я начал фотографии свои выкладывать, я постеснялся, потому что я думал, что, ну, может, у меня не очень хорошие фотографии получаются. Я думаю, ну, выложу под именем Арчер. А там надо было регистрировать имя и фамилию, я написал, Шон Арчер. Это вот фильм «Без лица», помните, с Джоном Траволтой, такой 90-й был боевик. Я вот это имя себе взял. И вот эта компания Olympus, когда они искали фотографов, с кем они будут сотрудничать, они на регионы никогда даже не смотрели. Они выбрали одного фотографа из Москвы, ну, вот Шон Арчер. Ну, наверное, из Англии, он, наверное, не наш, не русский. И вдруг они обнаружили, что я на самом деле русский, что из Екатеринбурга, и вот тогда как бы тоже остался на работать. То есть Москва это такая, она забирает на себя все ресурсы. И в то время, наверное, уже как раз 2008 уже поднялись его журналы, они стали делать собственные приложения, они стали делать собственные сюжеты. Тогда появился и тот же самый YouTube, когда уже можно это где-то было выкладывать. То есть, по сути, время программы стало подходить к концу, потому что телевидение уже не являлось таким, знаете, да, для подрастающего поколения, для молодежи важным источником информации. Вся эта история переехала в интернет. То есть, конечно, по идее, мне тоже можно было приезжать в интернет, но я тогда уже стал тоже немножко от этого уставать, потому что, ну, считайте, я почти 15 лет делал эту программу, и плюс параллельно у меня какие-то еще работы были, которые я считал основными, а программу я, замечу, делал всегда в свободное от основной работы время. То есть, это я вечером садился, писал тексты. Слава Богу, что потом стало делать легко, потому что поначалу это было очень тяжело, надо было ехать, монтировать куда-то. Самое сложное, помню, время, когда монтажка, где я монтировал передачу, она переехала куда-то в Кольцово, и мне надо было в 6 утра до работы ехать к ним монтировать, это был вообще ад какой-то. А потом вдруг появились цифровые технологии, и я понял, что я монтировать программы могу сам, дома. И это был, конечно, невероятный прорыв, то есть я сам стал ее монтировать, стал сразу цифровать все материалы. И сначала на DVD-дисках я их переносил на 4-й канал, потом уже на мини-DV на цифровых кассетах, потом на флешке, и, наконец, последние мои передачи я просто закачивал на сервер, не выходя из дома. Это было вообще очень круто. То есть, конечно, то, что раньше было очень дорого и очень недоступно, в том числе и вот первые монтажки, да, про которые я говорил, они стоили адских денег. То есть там, например, я программу монтировал на бетакамовской монтажке. Ее купили сыну совета директоров Уралтрансгаза. Он просто, парень, решил заняться рекламой, и папа ему купил полную бетакамовскую монтажку, этот формат такой бетакам, профессиональный для телевидения. Оно ему обошлось, там, по-моему, $600,000. Просто сыну вот, типа, занимайся, сам прибирайся. Сыну это надоело месяца через два, и вот эта монтажка с вот этой огромной деньги, по сути, просто пилились в одной из комнат Уралтрансгаза. И там сидели два прохиндея такие, парни, которые официально числились, один фотограф, второй каким-то монтажером этого Уралтрансгаза, и они время от времени делали для них фильмы, а в основное время, на самом деле, они халтурили, делали рекламу, монтировали какие-то заказы, вот монтировали, в том числе и мне программу. Я к ним приходил с кассетами, Макеранец к ним приезжал и начитывал текст на микрофон, и все вместе мы это собирали. Потом Макеранец стал просто ездить ко мне домой, потому что я стал это все просто делать. Он приезжал ко мне, микрофон начитывал, я вообще все это дома собирал. Все это было очень легко и приятно. Вот. И последняя, наверное, лебединая песня этой программы был... небольшая всероссийская популярность, потому что где-то это был 2010, наверное, может быть, или 2009 год, когда уже близко к завершению, у меня ее стал покупать Московский федеральный канал 7ТВ. Не самый популярный, но тем не менее он выходил как бы достаточно в большом объеме на всю страну и продолжался, так, к сожалению, недолго, это потому что этот канал 7ТВ купил телеканал Disney, то есть вообще заокеанский монстр пришел и купил тут у нас всех. И сделал там Disney Network в России на месте этого 7ТВ, и моей программе уже не понадобилось.
Немного она еще выходила на ОТВ, но там уже это такая история, это по инерции немножко делал, потому что она продолжала приносить какие-то деньги, мне закрывать ее было просто жалко. Но потом, когда я всерьез уже занялся фотографией, то есть я понял, что действительно пришло время эту историю заканчивать, и на тот момент она закрылась. А сейчас вот я хочу вам просто немножко, например, показать такой момент занятный. Это 98-й год, программа с лучшими играми года. И вот здесь как раз есть, вот даже хотя бы вспомнить, какой великий был 98-й год. Сколько там было разных игр. Но я все не буду показывать, но мы сейчас вспомним. То есть, например, вот Центур ТВ и Астерия Клаб, это были мои первые спонсоры. Не первые, а как раз спонсоры в то время, благодаря которым программа выходила. И вот эта заставка, кстати, жила до 98-го года, потом следующая появилась синяя, уже гораздо более навороченная, тоже вам я сейчас покажу. А вот эта вот первая, она жила как раз до 98-го года. И опять же, тогда еще не было ограничений на рекламу. Ой, помните этот значок Мегахит? Это был... Кстати, голос Мегаранса немножко изменен в компьютерных технологиях, поэтому он звучал немножко слегка по-металлически в этой программе. А вот это, кстати, идет как раз... В окошке новая заставка, потому что с 99-го года как раз новая заставка пошла уже в эфир. И вот как выглядели еще первые заставки, которые я тогда делал. Кстати, помню, что единственная приставка, которую я, кстати, ненавидел, не сразу, а в конечной стадии развития, это была первая PlayStation. А почему это было, сейчас расскажу просто, потому что на тот момент уже, когда PlayStation заканчивался, появился Dreamcast. И Dreamcast был невероятен. Просто невероятно. Это была мега-бомба просто. Dreamcast выжигал вокруг сейчас все живое. Там была графика в высоком разрешении, там была игра Shenmue. Там была настолько невероятная картинка, что я был просто ошарашен, полюбил Dreamcast всем сердцем. На мой взгляд, это самая недооцененная приставка в истории. А PlayStation 1 на тот момент выглядел просто отвратительно. Там огромные пиксели, низкое разрешение. И плюс, чтобы мне игры записывать, а игры у меня были пиратские, мне их давал магазин, или Синтур, или Игровой мир, они были в формате NTSC. И чтобы, а у нас на телевидении формат PAL. Чтобы их показывать, необходимо было иметь переходник NTSC PAL. И он картинку искажал до таких ужасных сине-зеленых цветов. И вот я на эту бурную массу смотрел, вот я PlayStation тогда просто ненавидел, потому что уже был Dreamcast красивый, яркий. Вот. И вот это вот были как раз, наверное, последние игры с PlayStation. И вот сейчас... Кстати, вот эта рекламная еще Синтура, которая была. Первые ролики про интернет. Это был Урал.ком. Может, помните, у нас был такой провайдер, да, они у меня были спонсорами рубрики. Рубрики про интернет, она у меня появилась как раз в то время. Я там впервые показывал, как можно играть по сети в игру Quake. А это было тоже большое дело. Сайт у нас был в то время один из самых популярных в России. Но потом, опять же, кстати, почему сайт у нас не пошел так быстро? Потому что мы были в Екатеринбурге, и все деньги, они всегда в Москве. То есть московские сайты моментально раскрутились, у них пошли деньги, а до нас это просто не доходило никак, несмотря даже на... А вот смотрите. Grand Theft Auto это первый Grand Theft Auto еще в 98-м году. То есть вот в 98-м у нас было много таких игр, которые до сих пор вспоминаем мы. Ты такой, ты. Я вот сейчас... Первая хорошая российская игра на тот момент. Первая вообще. То есть до этого это был какой-то дичайший трэш. А потом вдруг вышли Алоды, и это был, наверное, первый хороший проект на тот момент. Так, и вот сейчас я хочу показать, наверное... Большинство этих игр уже никто не вспомнит. А вот лучшей игрой... Давай, сейчас. Грим Фанданго тогда вышел, последний великий квест от Лукас Артс. Кстати, вроде даже видел этот обзор. Всегда играл в игры исключительно на английском языке. Переводы, особенно пиратские, выгоняли меня в страшный ужас. И вот, это был год Half-Life, конечно, 98. Осталась одна игра. Это Half-Life. 3D-шутер с
Впервые игрок оказывается не перед набором красочных миссий, а в настоящем мире, живущем по своим законам. Безусловно, Half-Life несовершенен, но это очень важный шаг. Шаг вперед в правильном направлении. Это революция, наверное, на тот момент была игра Half-Life. Часто, конечно, уже скупают из-за ностальгии все это. Так, физика появилась. Но на тот момент все это было невероятно круто. Вот и подошла. И вот, как бы подчеркну, что вот именно почему до сих пор и многие люди помнят и вспоминают, как программу выкладывают на YouTube, потому что, наверное, она делалась душой. Я всегда делаю именно так, как делал бы для себя. И никогда для меня вот в этой программе не было компромиссов. То есть, если я хотел делать хорошо, я делал. Если я хотел делать там какие-то интересные сюжеты, всегда я делал. Никто надо мной не стоял, никто никогда не говорил, как надо, и не советовал, не указывал. И вот это действительно важный этап большой моей жизни, над которым я всегда работал с огромным удовольствием. И это вообще, кстати, вам скажу, вот, может быть, уже с позиции человека такого с опытом, что самое главное вообще в жизни – это если работа в радость. Вот сколько я чем только не занимался, да, сколько разных у меня проектов было, наибольшее счастье получаешь тогда, когда ты делаешь то, что ты любишь. Особенно если у тебя получается хорошо, это, конечно, величайшее счастье, но вообще для всех, но для мужчины особенно, на мой взгляд, потому что именно найти то дело, которому ты можешь отдавать своего себя и которое приносит тебе массу дивидендов, причем не только даже про деньги идет речь, то есть, например, я говорю, как я затевал Мегадром, там вообще каких-то прибылях даже поначалу речи не было, мне просто хотелось сделать что-то крутое, чтобы люди его увидели. А также вот, например, когда я позднее стал заниматься фотографиями, это уже первые 2 года не зарабатывал ни копейки, я просто делал это, потому что я это очень любил. Потом уже, конечно, если ты что-то делаешь хорошо, то в любом случае это и приходят и деньги, и популярность, и так далее. Но начинается все, конечно, к любви. Вот игры и комиксы – это было то, что я всегда любил, и я счастлив, что вот это было частью моей жизни. Спасибо. Если есть еще вопросы какие-то, то готов ответить. Ага, слушаем. Я знаю, вопрос вообще до ужаса глупый, но я в детстве встать не мог. Откуда этот кадр из интро с вертящейся каретой? Я сейчас скажу с вертящейся каретой, вот я сейчас вспомню. Это была японская ролевая игра. Это не Parasite? Да, Parasite Eve это был, да. Это там очень крутые были заставки, там какой-то вирус атаковал город, да, и там с ним надо было бороться. Вот это оттуда. То есть, если найдете эту игру, то, скорее всего, на 99% это Parasite Eve. Это вот японская игра. Кстати, сейчас еще могу показать одну вот забавную вещь. Это сколько вот, по-моему... Сколько времени еще? Здесь, если у меня есть синяя заставка, вот эта, где как раз была вертящаяся карета. Сейчас посмотрим. Я 2 программы записал. 2/5/98 Нет, может быть, наверное, это тоже старое. Да, это тоже еще старое. Но, в принципе, как раз все это можно найти сейчас... Такой хороший знакомый, Саша его зовут, он собирает не только Мегадром, он собирает вообще все программы о видеоиграх в стране, которые когда-либо выходили, включая даже самое отвратительное, он очень как трэш собирает. Мегадром хорошая программа, лень какая-то. Он говорит, я все собираю, мне вот интересно все собирать. И вот у него канал есть на YouTube, там я ему тоже отвез все свои кассеты, и у меня еще огромная цифрованная коллекция на дисках есть, я ему тоже все отвезу. Все это он будет выкладывать в интернет. То есть понятно, что какой-то может быть такой, знаете, для многих чисто ностальгическая ценность, но это 5 минут посмотреть, как я иногда бывает, кто-то нахожу из старого, да. Но в любом случае, вот такие хорошие, полноценные обзоры игр прошлого, таких, наверное, на русском языке в то время ты, наверное, даже и не найдешь. То есть я думаю, что вот эти вот материалы будут чуть ли не единственные, потому что, повторю, на тот момент и в интернете это не выкладывалось, не было такой возможности, и журналы в то время еще не делали видеоприложения своих, то есть нигде этого не было. Московские программы какие-то были парочку, но они, вот я говорю, всегда отличались совершенно низкой информативностью. То есть там понять, что представляет собой игра, ну, не было возможно практически никогда. Потому что, как я подозреваю, там программы эти делали люди, которые игры не любили и
их не понимали. То есть они могли любить другие вещи, там, развлечения, там, какие-то приколы писать и так далее. Но именно специалистов по играм я там не видел никогда. А вот говорю, что сам-то я всегда сам был. Играл во все, даже в самые отвратительные игры, как их ненавидел. Понятно, что приятно играть в какой-нибудь Half-Life, да, или в Grand Theft Auto. А иногда приходилось играть в игры Буки, Иерусалим и так далее. Потому что материал-то надо записывать, а я всегда к этому относился таким, знаете, чтобы сюжет был интересный, надо, чтобы кадры были разные. То есть не просто из заставки там пару кадров нарезать, а надо все равно сколько-то пройти. А если играть дрянь, ну вот с моим опытом мне уже сразу было очевидно. То есть вот достаточно, представьте, то есть я 15 лет играл практически во все. Вообще во все, на всех системах, абсолютно. То есть у меня были такие даже редкие вещи, как какой-нибудь Nintendo Virtual Boy, который сейчас можно только на картинках найти. Такая красная хрень была туда, вот так. Первая попытка виртуальной реальности на самом деле. Голова через 10 минут начинала страшно болеть, это была абсолютно провальная вещь, но она у меня тоже была. То есть, по сути, действительно, у меня вот база данных, я много уж, конечно, не помню, но тем не менее, действительно, ну, чуть меньше, может, 15 лет играл практически во все и на всех системах. Поэтому опыт у меня на тот был момент такой богатый, что через какое-то время мне не хотелось играть вообще уже потом. То есть я вот последние игры, которые я целиком прошел, это был Grand Theft Auto 5 и Last of Us, которые очень люблю, потрясающие вещи. Но вот, например, систем нового поколения я себе до сих пор не купил, потому что, честно говоря, не вижу там ничего интересного, кроме Uncharted 4. Но Uncharted 4, он, я успею еще пройти, наверное. А так я, наверное, следующего Grand Theft Auto подожду. Единственное, во что я сейчас играю, это вот Hearthstone. Hearthstone — это хорошая штука, потому что ему иногда надо 5-10 минут максимум, долго сидеть не надо, и интерактивность, и игра с людьми со всего мира. То есть, ну вот, это, наверное, то, что я сейчас больше всего люблю. Можно в соседнем зале просто поговорить. А, ну я думаю, а вот еще последний, да, наверное, вопрос. Как вы относитесь к играм на вынос и Мэдисону? Спасибо вам за сталкер на обзор. А, игры на вынос — это что такое? А я уже такой не знаю, то есть я это уже не застал, то есть на тот момент, наверное, когда это началось, я уже, наверное, отошел и перестал интересоваться тем, что в мире видеоигр делать. А, ну вот я говорю, я помню, что я с ужасом увидел обзор в стране игр, который там был невероятно, расписывал эту игру. Меня чуть не стошнило, когда я это увидел. Я помню, отрывался по этой игре как раз от всей души, топтал ее ногами, и вообще как-то там это был очень один из самых веселых обзоров, наверное, который я делал. А вот, то есть, говорю, что как раз я так ко всему этому относился так, с большой иронией. Но я понимал, да, что у них большие бюджеты, у них большие журналы и так далее, то есть им, очевидно, приходилось идти на какие-то компромиссы, которые, в общем, мне в силу моей компактности, наверное, во многом получалось избегать. Ну все, спасибо. Очень вам спасибо.